Красноярске. Книги эти у них пристроили Яши, и ко мне его прилепили. Эта фотография называется фотомонтаж. И получился как Яша, а я сразу подумал, вот это да. Я сейчас новые заветы всем дам вам такие. И нас начнут фотографировать. То сидеть будем, то стоять. Вот, вот это вот такая, чтобы была фотография. Вот, это наши благовестники. Сразу видно, что это я как. Я не очень так видно, но сейчас ну, ко мне хочу, заходите. Так, можно я минутку сейчас скажу? Девочки и Ерема, кстати. На благовестие мы поедем, надо с концертом. С понедельника начнем репетицию. Надо вам вспомнить свои пасхальные стихотворения по одному. Вот. В понедельник я скажу, когда там после обеда. В это воскресенье будет крещение, а в то воскресенье мы едем в Ребриху. Да. А с понедельника репетировать будем, понятно? Будем я сейчас дам вам новые заветы. Штуки три там и стихотворения. Вы понятно? Так и держите плотно, как положу кому в руки, так и держите. Больше ничего не требуется. А куда поставить? Так где они будут стоять? Еще пока не знаю, ты сам порешай. Это? Ко мне, подходите. Подходите туда. Щеку у него надо оттереть. Тася, у тебя щека что-то белая. Это Василиса не видать было. Уезжала куда, да? Да. А куда ты не видишь? Не уронить. Так, следующий подходи. Ого. Это Катя, а я тут стих вспомнила. Смотри, у тебя белое что-то тут. Ты то ли зубы чистила, то ли что. Не знаю. Белое у тебя почему-то. Чувствуешь сама? Я ее тяжело, да, держать? Ну, потерпите, девочки. Так, я что думаю? Ну, Игнат Тихонович, на фоне голубятни это было вообще выше монтажа. Голубятня. А это... можно я с вами полезу? Да, да не, да мы не поедем. Вот что-то у тебя паста. Ты поди не пасты? Нет, это не паста. Моточка нет? Она не оттирается. Это щека у тебя, слушай. Ну-ка я сейчас, у меня платочек чистый, ты ничего не забыл. Да я его видела, это зеркало. Ну, что же у тебя такое? А, смотри, не оттирается. А? Может быть это паста, но я все видела. А ты что не в храмовом? Просили же в рубашке. А я не фотографировалась. Нет, я не хочу. А, он не придет. Сказали, что он сели после меня. Ты что, заболел? Да, у него. Ну, благодарю, все. Дядя Витя, дай мне свой новый завет такой. У меня не хватило. Я-то как главный тогда? Главная фигура. Вот так, держите. Кому тяжело, сядьте. Посидите маленько. Не уроните. Я прям убью. Яша, садись тоже куда-нибудь, а то ты устанешь стоять. Вон, на чурочку садись. На чурочку, вон чурочка стоит. Садись на нее. Анфим, улыбку хоть немножко сделай. Стоит, надулся. Я тоже все три. А у меня лично мои. Так, ребята, давайте встанем в ряд. Возьми конфету. Вставайте, девочки, вставайте. Послушай, кто не верит, второй, третий. Вставай, 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 Нестор. Ну если вот солнце отсюда, надо вот сюда, где? Вот здесь их надо. Солнце-то отсюда. Вот так, повернуться так, вот так, встаньте, вот так. Вот так, становитесь. Нет, сюда повернитесь лицом. Вот так. Подай, маленько подальше туда. Вот так, теперь сюда ко мне иди, Сайте. Ко мне. А вы с этой стороны становитесь. Вот так, становись дальше. Яша, становись туда. Походите дальше. Вот так. Маленечко подвинься. Игнат Тихонович, Новый Завет. Надо надпись, чтобы перевернута была. Ага, мы сейчас сделаем. Так, держи, я не займусь этим делом. Я это делаю уже. Так, Новый Завет. Не-не, нет, надо вот так вот, Анфиса, вот так, чтобы вот было. Так вот. Вот так, так, ты прав. Я дело в том, что я не досмотрел. Вот я хотела так поставить. Да-да-да. Сейчас вам помогут. Яша, удержишь? Вырвим. Яша 3,5. Ему тяжело уже. Это 5. Яше тяжело уже. Так. Яше придет помощь, Паша придет на помощь. О, подержать что ли? А когда фотографироваться, ты бы в сторону пошел. Яше трудно очень. Ему трудно очень. Тяжелое. Когда фотографироваться, пусть Паша ему даст, а Паша подержит пока. Ну, временно, он в сторону, но он без рубашки. Ну понятно, уже все у меня назначено. Держи. Я понимаю, но он отойдет в сторону. Держи, давай мое слово мне. Давай.
давайте. Так, козырьки назад и улыбайтесь. Ну, лица маленько так. Поднимите, не вот так держать. Улыбка. И не сильно так, а вот хорошо. Ровно. И естественно улыбайтесь, не надо там не всякие. Надо так специально. Это. Просто так веселые. Так, внимание, снимаю. Снимков много будет. Так, еще разочек. Вот что такое сейчас. Вот так. Так, еще. Так, отдельным ракурсом я сейчас вот так вот включу. Ага, улыбаемся. Глазами не моргаем. Не моргаем глазами. Вот так, отлично. Еще, еще. Еще. Это мы готовимся на благовестие. Отлично. Это у нас юные благовестники. Во славу Божию пришедшие. Так, пока остановитесь, все. Сейчас дам руки. Я переставлю местами их. Держи-ка. Я... Заболели руки, говорит, он не может. Ну понятно. Так, девочки, вот так как стояли сюда, перейдите туда дальше. А мальчики на эту сторону. Ко мне идите сюда, мальчики. Вот сюда, Яша, иди сюда рядышком. Подальше, вот сюда, отойди, Саки, чтобы не. Вот так. О, держи, Яша. Тяжело, да? Яша, ты можешь вот так держать. Уже устают, Игнат Тихонович. А? Уже устают, девчонки. Ну ничего. Это подвиг. Я нет. Подвязайтесь. По одному. Подвязайтесь. Давайте. Мне тоже легко. Так. Так, это... Тася, встань прямо. Так, что-то как-то это... Ты неправильно что-то стоишь. Пониже маленький вот этот. Ну, хорошо, как ей. Давай, место. То действительно тяжело тритома держать. Смотрим сюда, Анфим. Ой, ты ролик снимаешь. Может быть, сделать так по росту, чтобы поближе. Вообще по росту тогда Исаак должен быть здесь, а потом Анфим, потом Нестор, а потом. Ну это недалековато, Яша. Давай еще можем ближе сгрузить. Да нет, по-моему. А по если рост... вот так вот я дам каждому. Ну, они удержат или нет, я не знаю. Удержите вот так. Я да, да, да. Так, да. Держи, дядя Витя. Я да. Мы в разных позициях. Держите. Я да. Вот так держи. Я как положу, вот так. Яша уже плачет, ему так, трудно держать. Все, прижимаю, все. Вот так. Я да. Яша, вот Яшенька, не плачь. Вот так. Как ей прижмите там, как вам удобно. Лишь бы не уронить только. Вот так, давай кто-то пониже. Так, подцепи как-то его. Так, удержишь, да? Яша, ну, вот. О, так, корешками, чтобы было видно. Маленькое. Корешками оно неправильно. Вот так, оно хорошо идет. Ровненько. О. Игра тихо, что он уронит сейчас. Пусть отдохнет. Яша, так ты не удержишь, да? Да нет, конечно. Вот так вот поставить? Я да. Ну что, Яша, подержать маленько надо будет. А? Мне заболели. Ну ничего, сейчас мы сфотографируемся и все один раз. Вот так, прижми их к себе. Вот так. Опа. Держишь, так и не плачь, никак нельзя плакать. Я да. Никак нельзя, держи. Это же большое дело. О, Анфим уже перевернулся. Держи вот так. Так, подожди, новый заяц перевернулся. А я поеду. А куда ты можешь? Ну так, просто поставить. На Мариха тоже обернулась. Ну а вы знаете, нигде не перевернулась? Я была. Все, у нас, вот, как есть. Я... Так, и мне дай. Так, ребята, вот, поближе. Девочки, сюда. Вот поближе. Ты корешком, да. Ну, вот сюда, поближе. Раз они так еще взяли, и эти тоже должны взять. Вот так вот, я понял так, да? Так, ничего. Ну-ка, давайте, Яша. Вот они, мои друзья. Это будущие благовестники России. Это у нас Новый Завет трехтомник. Полное толкование по святым отцам Православной Церкви. Эти посла, вот эти трехтомники мы послали патриарху Кириллу, президенту Медведеву Дмитрию Анатольевичу и премьер-министру Путину Владимиру Владимировичу, местному епископу Максиму, нашему митрополиту Илариону, епископу Евтихию, губернатору Карлину. Господь нас благословил, вот мы за 2 года подарили книг только на 1 100 000. Это подарок Божий. Вон он, котик, захвати его с котиком. Я захватил. Ой, какой хороший. Ну все. Так, все? Больше не нужно ничего? Да нет, так, помоги им подержать, чтобы не уронить. Я шел.